Всем привет, меня зовут Тимур Асланов, и я хочу всех вас пригласить 13-14 июля в Москву на нашу большую конференцию «Антикризисный пиар 2017. Защита репутации и работа с негативом». Будем говорить обо всех аспектах защиты репутации, будем говорить обо всех сложных ситуациях, которые возникают в жизни пиарщика. В любой компании может случиться кризис, никто от этого не застрахован. Очень важно, как вы находите инструменты выхода из этого кризиса, как вы работаете с общественным мнением, как вы доносите информацию. Будем разбирать все нюансы. Работа с персоналом. Как не допустить, чтобы персонал делал глупости в социальных сетях? Что делать, если на вас объявлена травля в интернете? Как бороться с троллями? Как защищать себя юридическими способами? Рассматриваем все инструменты. Приходите, приезжайте 13-14 июля в Москве. Будет весело.